Я призван к смертному одру. О, Боже. Мне придется полуживого забавлять. Ему подушки поправлять. Вздыхать. И думать про себя. Когда же черт возьмет тебя? Когда же черт придет за мной? Когда же черт возьмет меня? За друзей? Тихо. Ее красота померкла. И моя страсть к ней тоже. Онегин, вы отличаетесь экзотическим вкусом. Хотели бы вы, смогли бы вы уже однажды на пари? В таком случае, как насчет очаровательной княжны Волконской? Или нашей восхитительной хозяйки, ее матушки? Или обеих вместе? У нашего повесы тайные свидания? Нет, господа. Еще одна куртизанка? Головная боль. До завтра. До завтра. До завтра. Я не могу больше ее себе позволить. Когда же черт возьмет меня? Приглашение. 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 Что это? Мой дядюшка умирает. Наконец-то. Он хочет, чтобы я приехал попрощаться. О, Боже. Постель больного. Подавать лекарства. Позвольте сказать, сударь, после его смерти вы поправите свои финансы. Да, Гия. Я должен. Компания Seven Arts International представляет. При участии Baby Productions Film. Онегин.
Он перед смертью хотел вас видеть. Вашего дядюшку я будила на рассвете. Анисия, я придерживаюсь иного распорядка. Вам нотариус. Я Николай Алексеевич Онегин, родившийся в 1768 году. Будучи в здравом уме и твердой памяти, покидая этот мир и готовясь предстать перед Господом, завещаю это имение и все, что принадлежит мне, единственному сыну моего младшего брата, Евгению Васильевичу Онегину. Я завещаю свое имение Покровское, что в Псковской губернии, с 20 домами и 500 душ крепостных, которые любили меня и много трудились на благо своего господина. Завещаю свои деревни Горелово, Тушино, Бабкино, а также заливные луга, что находятся вдоль реки Сороть, и два озера в Косогорово. Завещаю свой дом в Москве, что у храма Крестовоздвижения. У храма Крестовоздвижения. Я оставлю вам эти документы. Если вы согласны, прошу вас поставить свою подпись. Вчера я видел тебя с юной девушкой. Кто она? Соседка наша. Ваш дядюшка давал ей книги почитать. И ты продолжаешь эту благородную традицию? Да. Эту книгу она брала? Да. Пока вас не было, к вам приходили местные помещики. Никаких посетителей. А если они снова придут? Скажи им, что я... Что я в трауре. Браво. Браконьерствуете? Кто вы? Я мог бы вас застрелить. Но я всю жизнь охотился в этих лесах. Позвольте представиться, Ленский. Владимир Ленский из Красногорина. Нет, что-то не слыхал об этом. Это соседнее с вами имение. И что? Так сложилось, что мы, ваши соседи, тоже имеем право охотиться в этих лесах. Так было испокон веков. Да, но я не знал. Вы племянник старика Онегина. Что, если так? Тогда я бы поклонился. Так кланяйтесь.
Ну что, застрелите меня теперь? Если только за ваше пение. Бедный Шуберт. Только его похоронили, а над его творениями уже издеваются дилетанты. Вы обедали? Нет. Проголодались? Да. Отобедайте у меня. Потом вы меня застрелите, если вы мне наскучите. И не забудьте добычу. Мою. Слава богу, что хоть собаки уважают незамысловатую стряпню Аниси. Я тоже, но я не привык к изысканной петербургской кухне. Да? Вы надумали здесь остаться? Возможно. Вы меня удивляете. Почему? Это не более удивительно, чем выпускник великого немецкого университета, предающийся поэтическому творчеству здесь, в деревне. Дело в другом. Я здесь родился. Здесь все дает мне вдохновение. Вдохновение? Женщина. Простите. Но... Не желаете ли вы вернуться в блистательный Петербург и потратить наследство? На что? Петербург. Вечер понедельника. Весь вечер Воронцов страдал от страшно дурного запаха изо рта у генерала Дачева. Вечер вторника. Кавалергардский бал. Шевелящаяся масса мехов и шпор. Среда. Салон выступления юного поэта со своими невыносимо безвкусными виршами. Не обижайтесь, могу продолжить. Звучит ужасно. Так и есть. Благодарю за обед. Мне пора. Пора, куда вы собрались? Меня ждут. Где? У Лариных? Кто они такие? Соседи. Соседи? Расскажите, я заинтригован. О чем вы с ними говорите? О разведении скота, о варке варенья? Или вы собираетесь вокруг фортепиано и фальшиво поете хором? Там не хуже, чем в Петербурге. В точку. Прошу вас, приходите еще. Это приказ? Нет, это просьба. Я над этим подумаю. Приятного вам вечера с вашим вдохновением. Я хочу вас с ней познакомить. Когда-нибудь. Почему бы и нет? Они все жаждут познакомиться с вами. О, боже. Соседи. Где вы? Они должны быть в саду. Я их поищу. Сюда. Ах, вот вы где. Of the boatsman, why is she afraid?
Ваша дочь хорошо поет? Боюсь, что нет. Благодарю вас, вы очень добры. Брусничный морс, мсье Онегин. Спасибо. Он иногда горчит. Нет, он очень освежает. Вам нравится в деревне? Здесь очень приятно, да? Боюсь, здесь нет привычной вам изысканности. Нет, что вы. Вы к нам надолго? Я еще не решил. Вам повезло, у вас есть выбор. Меня привезли сюда после свадьбы. Ваш супруг? Умер от чахотки. Сожалею. Когда я познакомился с Онегином, он сказал, что мое пение — это издевательство над Шубертом. Да, но теперь мадемуазель Ольга стерла это из моей памяти. Благодарю, мсье Онегин. Спеть еще? Не сейчас, скоро подадут обед. Может быть, позже. Я мог бы спеть песню, которую я написал для вас. Мсье Онегин, это моя старшая дочь Татьяна. Как замечательно, что мы наконец встретились. Я так много о вас слышала. Да. Скажите, вы знакомы со стихами Владимира, мсье Онегин? К сожалению, нет. Он читает их мне вслух. Что ж, поэт должен воспевать свою музу. Когда он опубликует свой первый сборник стихов, мы будем жить в Петербурге. Может быть, мы будем соседями. Возможно. С нетерпением буду этого ждать. Влюбленные? Ему надоел его родной город. Они живут мечтами, не обращая внимания на реальность. Мадемуазель Ольга, если вы хотите войти в высший свет, вам придется поучиться и вести беседу. Месье Трике пытается познакомить моих дочерей с изысканностью французского языка и с модными современными идеями. В России лишь видимость цивилизованного общества. На самом деле здесь все неуклюже, лишено изящества. А посему понимание Франции и ее литературы в свете считается обязательным. Вы так думаете? Кажется, вы из Петербурга, месье Онегин. Верно. Вы там были? Конечно. Я служил в семье Бурановых. Разумеется, вы знаете генерала и его очаровательную супругу. Бурановы. Да, знакомая фамилия. Кажется, там был какой-то скандал из-за младшей дочери и ее учителя. Это у других Бурановых. Возможно. Мсье Онегин. Андрей Петрович, ваш сосед, интересуется, что вы намерены делать с имением вашего дядюшки. Мне пришлось сказать, что я не знаю. Что делать? Вы останетесь здесь и будете сами им управлять? Нет, я предпочитаю отдать землю за брок. Отдать землю кому? Людям, которые на ней трудятся. Крепостным? Крепостничество – пережиток феодализма. Цивилизованное общество должно отменить его. Предлагаю тост за это. Возмутительно. Опасно. Но, мсье Онегин, ваш дядюшка завещал вам поместье не для того, чтобы вы так вольно с ним обращались. Объясните мне, почему следует выполнять пожелания умерших? На это есть много важных причин. Наша страна не нуждается в политических экспериментах. Почему один человек по праву своего рождения владеет другим человеком? Татьяна, у тебя порой очень странные мысли. Но жизнь все расставит по местам. Не правда ли, мсье Онегин? Со мной этого не произошло, мадам. Yes? Да. Когда вы вернетесь домой в Петербург, сударь?
У меня есть неотложные дела. Отмените их. Сударь? Отмените их. Вы меня удивляете, сударь. Я сам себе удивляюсь. Мадемуазель Ларина? Месье Онегин. Вы пришли одна? Я хотела попросить почитать книгу. Какую-то определенную книгу? Наверное, роман. Какой-нибудь определенный роман? Нет. Идемте. Вы знакомы с Ричардсоном? Да. Он весьма велеречив. Велеречив? Моя матушка подозрительно относится к влиянию литературы. К влиянию на кого? На всех. Вообще-то на меня. Мой дядюшка думал иначе. Кажется, он вас любил? Когда он заболел, я читала ему вслух. Вы очень добры. Он был добр ко мне после смерти отца. Можно посмотреть? Пожалуйста. Это от безделья. От безделья? Это ваши друзья? Нет, знакомые. Петербург действительно таков, каким вы его нарисовали? Я рисую, что вижу. Странно. Вы не разделяете мечту вашей сестры о столице? Я люблю деревню. Вот это вас заинтересует. Мне недавно это прислали. Руссо. «Новая Элоиза». Это роман, написанный в форме писем между двумя влюбленными. Мне пора. Как вам угодно. Благодарю вас. Вы правда хотите отдать землю крепостным за оброк? Да. Дело в том, что я бездельник, мадемуазель Ларина. Не хочу брать на себя ответственность и лично управлять имением. Простите, если разочаровал вас. Предисловие. Двенадцать блинчиков, вы видели? Давайте, попробуйте сами. Ну, хорошо. Это непросто. Главное, нужно выбрать плоский камень и правильно бросить его. Вы правы, это непросто. Вас что-то беспокоит? Да? Я отдыхаю. Вы всем довольны?
Не будем говорить о том, что невозможно описать. Месье Онегин, вы неописуемо претенциозны. Евгений, почитайте мои стихи. Зачем? Хочу знать ваше мнение. Услышать мою похвалу? Критику я тоже приму. Среди поэтов это редкость. Почему вы считаете, что они плохи? Не считаю, уверен, что они великолепны. Тогда прочитайте же, черт возьми. Смотрите, это Таня. Таня? Татьяна, сестра Ольги. Она часто здесь прогуливается. Был бы я, как вы, поэтом, я бы предпочел Ольге Татьяну. Я думал, Ольга вам нравится. Нравится. Тогда почему бы вы предпочли ее сестру? Нет, я просто сказал, если бы я был поэтом, как вы, я выбрал бы Татьяну, а не Ольгу. Почему? Чем плоха Ольга? Ничем, она совершенно... Что совершенно? Она совершенно-совершенно. Вы любите ее, она любит вас. Но вы думаете, что Татьяна... Что? Я ничего не думаю. Как приятно быть таким уверенным в своем мнении. Везде чувствовать себя как дома. Я нигде не чувствую себя как дома. Почему вы обиделись? Я просто сказал, что я... Мне надоели ваши высказывания. Вы считаете Ольгу провинциальной? Да. Да. И вы тоже, если будете честны сами с собой. А я... Я, по-вашему, тоже провинциален? Да, да, очень. Прошу вас, Евгений, не шутите. Я не шучу. Если вы считаете меня провинциалом, почему тогда мы столько времени проводим вместе? А мне все равно, провинциальны вы или нет. Правда? Быстрее, няня. Тише, не мешай ей. Зачем все это? Я знаю, за кого я выйду замуж. Ты выйдешь замуж за солдата. Ты всегда так говоришь. А Владимир Ленский на солдата совсем не похож. Ты тоже выйдешь замуж за солдата. Но я не знаю ни одного. Узнаешь. А что теперь? Судьбу не изменить. Почему?
Не могу уснуть. Не спится. Не спится. У нас жарко. Расскажи мне о своей юности. Когда я была молода, ты была тогда влюблена? В те времена мы не слыхали про любовь. Но ты вышла замуж. Так Бог велел. Мне было всего 13, а мой Ваня еще моложе. Я все время плакала. Мне расплели косу и повели к алтарю. Но ты не слушаешь меня. Что с тобой? Ты заболела? Я не больна. Зачем? Твой взгляд. Твоей защиты. Незримый. Мил. Я вас люблю. Месье Онегин. Надо пригласить офицеров из гарнизона. Зачем? Няня сказала, что Татьяна выйдет замуж за солдата. То же самое она сказала и про вас. Так и будет. Я выйду замуж за солдата, который завоевал мое сердце. Ваш ход? Да. Вы только что съели свою ладью. Правда? Да.
Надо бы пригласить мсье Онегина. Да, наверное. Из уважения к его дядюшке. Надо все же спросить Татьяны, это же ее именины. Таня? Он вряд ли захочет прийти. Конечно. Он выше наших деревенских привычек. Полагаю, что так и есть. Я думала, что вы друзья. Да, но... Мы поссорились. Из-за политики? Нет. Из-за меня? Нет, нет. Из-за меня. Он мой тайный обожатель? Вам пришлось защищать мою честь? Из-за чего вы поссорились? Это все пустяки. Мне кажется, ему нужен друг вроде вас. Значит, ты все же хочешь пригласить его на свои именины? Рюмку, мсье? Да, с ней танцуем. Прошу вас. Он так сказал? Поймай меня. Татьяна, мсье Трике ждет. Мы ждем. Мидам, месье, прошу вас. Прошу тишины. Благодарю. В честь ее именин хочу прочитать небольшой куплет, который я сам сочинил. В честь нашей дорогой Татьяны. Мы вас слушаем, месье. В чудесный день сей именин ее красой восхищены и нежным, чуть смущенным взглядом, что светом озаряет всех, кто рядом. Я же просил не опаздывать. Да? Тогда почему вы опоздали? Свети всегда, о, Татьяна! Вы же сказали, что соберутся только близкие. Я солгал. Скорее, скорее. Уберите все. Спасибо. Уносите столы. Будем танцевать. Давайте, давайте. Благодарю вас за письмо. Я хотела бы извиниться.
Я не должна была признаваться в своих чувствах. Да, но тогда вы были бы уже не вы, не так ли? Я был восхищен вашим письмом. Восхищены? Да. Вашей искренностью. Меня она очень тронула. Не хочу оставлять его у себя, чтобы не скомпрометировать вас. Оно ваше. Пожалуйста. Оно ваше. Любовь. Мне говорили, что она добавляет остроты ощущений, но притупляет наш разум. Я не создан ни для любви, ни для брака. Значит, вы не ответите на мои чувства? Не могу. Вы видите, к чему это ведет? Признание в любви. Поцелуй. Свадьба. Семья. Обязанности. Скука. Измена. Разве такое будущее вы хотите для себя? Нет. Нет. Я верю в возможность... Чего? Простите, если я вас огорчил, но прошу вас, поверьте, я говорю все это ради вашего же блага. Вы молоды, впечатлительны. Любой, кто угодно, мог оказаться рядом с вами и разбудить ваше романтическое воображение. Сожалею, что вы случайно приняли меня за другого. И вы ничего не чувствуете? Я. Вы мне нравитесь. Я думаю, что вы... Что вы очаровательны, и... Мне горько видеть, что вам больно. Но боль, что вы чувствуете сегодня, я думаю, скоро вас покинет. Она просто улетучится. Тогда вы сами удивитесь, что испытывали ко мне какие-то чувства. Со временем вы встретите того, кто будет более достоин вашей любви. Какое будущее вы мне предсказываете? Да. Вы придумали себе мою душу, мой характер. На самом же деле, у меня нет никакого желания быть спасенным от себя самого. Думаю, нам надо вернуться к вашим гостям. И как вы на себя наговариваете? Онегин. Вас.
Благодарю вас. Мадемуазель, позвольте пригласить вас на следующий танец. Владимир, нет, еще один танец. Но вы обещали. Пожалуйста. 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 Что вы делаете, черт возьми? Танцую с Ольгой. Вы соблазняете женщину, которую я люблю. Правда? Если бы я захотел, это было бы нетрудно. Вы слепы. Ваша невеста молода и глупа. И легкомысленна. Мсье Трике, вы не видели Владимира? Как ты прекрасна, мой ангел, подойди ко мне, сядь рядом. Дело. Это я. От Владимира ничего не слышно? Нет. А что? Ты придаешь слишком много значения пустякам. Смотри. Вот он. Он пришел. Я без вас скучала. Где вы были? Я вас везде искала. Вы исчезли после именин. Я рано ушел. Вы простите меня? Мне не за что вас прощать. Я не должна была танцевать с ним. Идемте. Ну же. Вы не ревновали, нет? Вы?
Вы для меня так много значите. А вы для меня. Любимая. Я приду завтра. Днем. Я буду здесь. Да. Отлично написанный вызов. Поздравляю. Жаль, что его вызвало недоразумение, которое можно было бы просто исправить. Вы глубоко оскорбили своего противника. Это единственный способ сатисфакции. Я уверен, что вы были весьма убедительны. Надеюсь, мне не нужно вам напоминать, сударь, что отказ сделает вас посмешищем. Итак, вы принимаете вызов? Что вы сказали? Колеса мельницы крутятся не так. Вал, наверное, подгнил. Он опаздывает. Да, часто. Вы опаздываете. Вы опоздали, сударь. Да? Намного? Вы превысили лимит в 15 минут. Где ваш секундант, черт возьми? Месье Гио будет моим секундантом. Он камердинер, так нельзя. Тогда нам следует отказаться от этой шарады. Владимир, если желаете поговорить с противником, делайте это через меня. Владимир, вы поздно явились. Вместо секунданта у вас камердинер. Ваше поведение возмутительно. Это необходимо? Вы оскорбили честь женщины, которую я люблю. Примирения не будет. Это недоразумение. Никакого примирения. Пожалуйста, Владимир. Никакого примирения. Пусть будет так. Пять шагов. Первое. Противники встанут на расстоянии 30 шагов друг от друга. Второе. По моему сигналу, сходитесь. Можете стрелять в любое время, но не пересекать линию барьера. Третье. После промаха противники остаются на своих местах. Тот, кто выстрелит первым, позволит противнику сделать выстрел с того же расстояния. Четвертое. Выстрел производить в сторону противника.
Если после выстрелов обоих никто не будет ранен, дуэль начнется снова. 10 шагов. Прошу вас занять свои позиции. Готовы? Владимир. 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 Yeah.
Пошли, пошли. Он уехал. Собрался внезапно. Сказал, чтобы мы скоро его не ждали. Куда он уехал? Он не сказал. Я вас оставлю. Спасибо. Шах. Шах. Вам шах. Ольга пережила свое горе. Я так и знала. Она так похожа на меня. Очень благоразумная. Хорошая партия. Он гусар. Кажется, они оба очень счастливы. Но вот... Татьяна, она совсем другая. Ах, кузина, мне так тяжело. Она никогда не проявляла никакого интереса к браку. Стоит мне об этом заговорить, она отвечает: нет, я не могу. Поэтому мы приехали к вам. Удивительно. Почему же? Татьяна. Если бы я встретила того, кого могла бы полюбить, я бы вышла за него замуж. Ах, любовь. Любовь — это роскошь, которую девушка в твоем положении не может себе позволить. Тогда зачем выходить замуж? Тебе пора создать семью. И не быть обузой для твоей бедной матери. Ты должна. Позволь дать тебе совет. Со временем ты привыкнешь к мужу. Возможно, вы будете друзьями, если тебе повезет. Потом, если ты так настаиваешь на любви, ты найдешь ее вне супружеской постели. Если я выйду замуж, я буду верна мужу. Как трогательно. Иди сюда, Татьяна. У нее безупречная кожа. Нашего внимания требует лишь ее поведение. Вы поправились, Маша? Что-то я стала плохо видеть. Мы можем пробыть здесь, в Петербурге, лишь один сезон. Кузина, вы понимаете, этого будет довольно. Я устрою ей 3 презентации в избранных кругах, в высшем свете. Если она не сможет произвести впечатление... Придется ей остаться старой девой или куртизанкой. Жизнь бывает жестока. Взять дочь Волконских, 30 лет и до сих пор не замужем. Такой она и останется. Ужасная девушка.
Спасибо. Добрый вечер. Добрый вечер. Евгений? Евгений Онегин, кузен. Давно вы вернулись? Неделю, может быть, две назад. Где вы пропадали? Путешествовал. 6 лет? Мир так интересен? Иногда да. Поздравляю, вы женились? 3 года назад, спасибо. Прошу извинить, я должен был вам написать. Уж, конечно, извинения принимаются. Там женщина. Которая? Вон там, в красном. Я вас представлю. Кто она? Идемте. Добрый вечер. Разумеется, я очень рад. Прошу извинить. Хочу представить нашего гостя. Да, конечно. Позвольте представить моего кузена Евгения Онегина. Месье Онегин. Мадемуазель Ларина. Мы были знакомы, правда? Да, кузен. Я видел вас, мадемуазель, но я не был уверен, вы ли это. И? Это я? Да. Кажется, вы удивлены. Нет. Простите, я только прошу извинить, Евгений. Татьяна, моя жена. Поздравляю вас обоих. Спасибо. Позвольте, княгиня, в память о нашем былом знакомстве пригласить вас на следующий танец. По правде говоря, я не люблю танцевать. Но все равно благодарю. Дорогой, прошу извинить. Я рада, что вы пришли. Это правда, она не танцует. Прошу извинить, я не знал, что она... Нет, Евгений, это вы, простите. Позвольте откланяться. Меня ждет скучный, но необходимый разговор. Онегин вернулся. Да, но под какой личиной? Космополита или философа? Бон вивана, скорее. Господа, пожалуй, мы зайдем к вам завтра. Карты? Может быть. Рано уходит. Конечно, изменился. Скорее, он все тот же. Он мне никогда не нравился. Что сказал австрийский посол? Ах, австрийский посол. Он весь вечер выпытывал у меня государственные тайны. Вы поговорили с Онегиным? Нет. Он откланялся и ушел. Надо чаще приглашать его к нам теперь, когда он вернулся в Петербург. Хотя он странный. Мне показалось, он изменился.
Что случилось, сударь? Эти чемоданы ее. Сударь, распакуйте их. Мы остаемся в Петербурге, сударь? Yes. Да. Can I... Что-нибудь желаете, сударь? No. Нет. Ложитесь спать. Дорогой Евгений, я к вам пишу. Чего же боли? Что я могу еще сказать? Теперь я знаю, в вашей воле меня презрением наказать. Но вы, к моей несчастной доле, хоть каплю жалости храня, вы не оставите меня. Другой, нет, никому на свете не отдала бы сердце я. То высшим суждено совете, то воля неба. Я твоя. Сначала я молчать хотела. Поверьте, моего стыда вы не узнали б никогда, когда б надежду я имела хоть редко, хоть в неделю раз в деревне нашей видеть вас. Вам слово молвить, и потом все думать, думать об одном и день, и ночь, до новой встречи. Но, говорят, вы не людим. В глуши и в деревне все вам скучно. А мы? Ничем мы не блестим, хоть вам и рады простодушно. Зачем вы посетили нас? Я никогда б не знала вас, не знала б горького мучения. Вся жизнь моя была залогом свидания верного с тобой. Ты чуть вошел, я вмиг узнала. Вся обомлела, запылала и в мыслях молвила: «Вот он! Мои сомнения разреши!» Быть может, это все пустое, обман неопытной души, и суждено совсем иное. Вообрази, я здесь одна. Рассудок мой изнемогает. Кончаю, страшно перечесть. Стыдом и страхом замираю. Но мне порукой ваша честь, и смело ей себя вверяю. Татьяна. Княгиня, ваша шаль. Нет, спасибо. Предвижу все, вас оскорбит печальной тайной объяснение. Какое горькое презрение ваш гордый взгляд изобразит. Случайно вас когда-то встретя, в вас искру нежности заметя, я ей поверить не посмел. Еще одно нас разлучило, несчесной жертвой Ленский пал. Ото всего, что сердцу мило, тогда я сердце оторвал. Чужой для всех, ничем не связан. Я думал, вольность и покой — замена счастью. Боже мой, как я ошибся, как наказан.
Нет. Поминутно видеть вас, повсюду следовать за вами, улыбку уст, движение глаз ловить влюбленными глазами, внимать вам долго, понимать душой все ваше совершенство, пред вами в муках замирать, бледнеть и гаснуть. Вот блаженство. Я лишен того. Мне дорог день, мне дорог час, а я в напрасной скуке трачу судьбой отсчитанные дни. Я знаю, век уж мой измерен, но чтоб продлилась жизнь моя, я утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь я. Когда б вы знали, как ужасно томиться жаждой любви, пылать и разумом всечасно смирять волнение в крови. Но так и быть. Я сам себе противиться не в силах боли. Все решено. Я в вашей воле и предаюсь моей судьбе. От кого это, дорогая? От вашего кузена. Что он пишет? Благодарит нас за гостеприимство. Плохо было написано? Нет, но хранить его не обязательно. Вы замерзли? Спокойной ночи. Спокойной ночи. Мсье Онегин. Мне показалось, что это вы. Княжна. Я сказала своей спутнице, я уверена, что это Евгений Онегин. Видите, я узнала вас издалека. Это правда вы. Да. Вы не катаетесь? Очень вам это рекомендую. Хотя эти сапожки немного натерли мне левую пятку, так что я теперь едва иду. Сочувствую. Моя спутница, она ждет. Я сразу его узнала по его угрюмому виду.
Добрый вечер. Зачем вы пришли сюда? Я должен был вас увидеть. Простите. Прошу вас уйти. Я не могу. Не могу. Почему? Зачем вы меня преследуете? Потому что я люблю вас. Я люблю вас. Зачем вам это? Ради минутного триумфа? Ради короткой интрижки? Нет. Почему вдруг такая перемена? Почему мое нынешнее положение вдруг ввергло вас в это? Потому что я... Я не знаю... Но увидев вас снова, я вдруг увидел себя. Нет. Вы ошибаетесь в том, что говорите, и в том, какой вы меня видите. Нет. Много лет назад я выслушала ваши слова, и я знаю, вы поступили благородно. Я вас ни в чем не обвиняю. Прошу вас, Татьяна. Татьяна. Выслушайте меня. Пожалуйста. Зачем? Выслушайте меня. Зачем? Потому что я теперь княгиня. Теперь мое положение достаточно высокое. Евгений, знайте, что все это... Вся эта жизнь пуста и никчемна. Я бы с радостью променяла все, что вы сейчас видите здесь, на ту жизнь, которая была у меня раньше. Да. Скажите мне, что вы ничего не чувствуете. Мой муж спит наверху. Скажите, что любите меня. Когда-то я вас любила. Это было давно. Вот. Вы не забыли. Нет. Татьяна, умоляю, будьте моей. Когда-то вы сказали мне, что рана в моем сердце перестанет болеть. И в вашем тоже, Евгений. Она перестала болеть? Ваше сердце уже не болит? О, Боже. Болит. Она перестала болеть?
Я так не думаю. Не перестала. Почему не перестала? Почему? Почему? Скажите мне. Ответьте, почему оно болит? Потому что вы пришли слишком поздно. Да. Вы опоздали, Евгений. Спасите меня. Я не могу. Вы должны меня спасти. Я не могу. Скажите, что любите меня. Пожалуйста, скажите. Солгите мне. Скажите, что любите меня. Я вас люблю. Да. Я вас люблю. Но я другому отдана, понимаете? Я поклялась хранить ему верность. И я сдержу свою клятву. Да. Идите. Да, идите. Оставьте меня. Пожалуйста. Пожалуйста. Мы не должны больше видеться. Прошу вас, не возвращайтесь. Не приходите больше сюда. Пожалуйста. Простите меня. Простите. Сударь, вам следует зайти в дом, здесь очень холодно. А я люблю холод. У вас нет для меня письма? Нет, сударь. Да. Да. Режиссер Марта Файнс. Продюсеры Айлин Мэссел и Саймон Босанкет. Авторы сценария Питер Эттедги и Майкл Игнатьев. Фильм снят по роману Александра Пушкина «Евгений Онегин». Оператор Реми Адефаразин. Композитор Магнус Файнс. Снимались Ральф Файнс, Лив Тайлер, Тоби Стивенс, Лена Хиди,
Мартин Донован. Эллен Армстронг. Гарриет Уолтер. Айрин Уорд и другие. Фильм озвучен студией СВ Дубль по заказу ГТРК «Культура».